Спонсор программы «Еда как дважды два» – сеть магазинов «Семья». Здравствуйте, мы приветствуем вас на кулинарном состязании телеканала «Орифей Пермь». Еда как дважды два. Программа для тех, кто любит проявлять творчество, стоя у плиты. Условия соревнования. За отведенное время два участника должны приготовить разные блюда из одинакового набора продуктов. Особенность соревнования в том, что в наборе только два элемента. К нему они могут добавить один продукт и специи на свое усмотрение. Побеждает тот, чье блюдо больше понравится жюри. Победитель получает приз – набор вкусных продуктов. Герои сегодняшнего соревнования – бывшие коллеги, популярные ведущие радио «Максимум Пермь» 90-х годов Олег Ощепков и Олег Постников. Олег, из каких продуктов будут готовить сегодня наши участники? Ананас и творог. У наших участников будет 40 минут. Продукты для участников предоставлены сетью магазинов «Семья». В «Семье» всегда можно найти все необходимое для реализации самых неожиданных гастрономических идей. Качественные продукты из разных уголков мира не оставят никого равнодушным. Олег Ощепков и Олег Постников должны приготовить разные блюда из творога и ананаса. Об этих продуктах участники узнали заранее. Их задача придумать блюдо, при этом добавить еще один продукт на свое усмотрение. К творогу и ананасу я добавлю помидоры. Сегодня я буду готовить блюдо «Пикантный тартар Максимум Лайт». К творогу и ананасу я сегодня добавлю мороженое. Это будут, казалось бы, простые, одновременно сложные сырники, в которые я добавлю немножко ананаса, который предварительно обжарю. И вот венцом всему будет это замечательно холодное мороженое. Этот легкий десерт будет называться «С добрым утром, любимая». Итак, у вас есть 40 минут. Начинайте. И пусть у вас сегодня все получится. Спасибо. Поехали. Спасибо. Спасибо. Олег, большинство людей насчет ананаса не мудрствуют. Принесли, нарезали, съели. Но ведь на самом деле на кухне с ним можно делать очень многое. Его можно и жарить, и тушить, и даже запекать на гриле. У меня, кстати, был опыт, когда мы с одним бразильским шефом замечательно готовили ананасы с ароматными травами, специями, с острым чили, причем жарили это на гриле. Обалденно. А правда ли, что с мясом хорошо ананас сочетается? Ну, в том числе и с мясом. Мы как раз это и сделали. Там кроме ананаса больше ничего и не было на гарнир. Поэтому я считаю, что ананас в качестве гарнира очень даже ничего. Олег Постников в 90-е годы работал на радио «Максимум Пермь» ведущим и программным директором. Затем был генеральным продюсером станции «Мьюзик Радио» и «Альфа». На протяжении 8 лет был генеральным директором радиостанции «Серебряный дождь». Последние годы активный участник политических процессов Прикамья, координатор рекотделения ЛДПР, депутат законодательного собрания. Олег, работа на телевидении или на радио, она всегда подразумевает творческий процесс, веселый коллектив. Ну и вообще какое-то радостное событие, да, такое? Да. Вот. И вдруг политика. Это же, наверное, тебе там скучно сейчас. Не-не-не-не. Мне смеяться так надоело, что я решил немного погрустить. Потому что к политикам кто ходит? Люди, у которых какие-то проблемы. Ну вот я им раньше дарил на радио свою улыбку, сейчас дарю. Кроме улыбки, правда, еще и надежду, что их проблемы решатся. Ну и решаются, часто решаются. То есть... Я скажу так, у меня за последний год было где-то 132 обращения, ну, приходится реагировать. То это тоже творческий процесс отчасти. Ну и творческий, и психологический, потому что люди приходят порой просто высказаться, им даже не надо порой решения проблем. Они хотят, во-первых, посмотреть депутата, посмотреть, как он выглядит, потрогать его, ну и высказаться. И приходится людей успокаивать. А не бывает таких моментов, когда вот правда хочется все бросить, нынешнее, и опять на радио на любимое? Бывает, но радио такого сейчас нет, куда любимое это, ну как бы. Когда будет радио, которое мне нравится, может, я еще подумаю 300 раз. Давай, возвращайся. Ну, не знаю, некоторые уже скажут, нет-нет, оставайся. Поэтому... Тоже хорошо. Олег Ощепков – популярный ведущий радио «Максимум Пермь» 90-х, автор культовой программы «Мелодия для Зузи». Был вице-губернатором, позже министром культуры в правительстве Пермского края. В настоящее время директор «Озон-групп» и ресторатор. После радио была и госслужба, да, и рекламное агентство, да, и что-то наверняка еще. И вдруг ресторация. Стал ты ресторатором. С чем это связано? Ты любишь готовить? Или тебе нравится вообще процесс организации заведений именно таких? Я вот в той
своей жизни, когда занимался маркетингом, я в том числе консультировал вновь открывающиеся заведения на предмет концепции, да, на предмет работы с персоналом, ну и многими другими вещами. То есть я консультировал других, ну, не отвечая за итоги, в общем, да. А тут вот тот случай, когда ты должен просто продемонстрировать, чего ты стоишь, как человек из маркетинга, да, что вот ты пришел, сам придумал, да, вот сам и делай. Поэтому, с одной стороны, это такой любопытный вызов. С другой стороны, мне просто очень нравится проводить какую-то часть жизни в ресторанах. То есть я это делал до того, а сейчас я просто это совмещаю с работой. То есть это тот самый случай, что когда на работу, как на праздник? Да, мне нравится. А бывает такое, что ты кого-то из своих поваров просишь научить тебя что-то сделать? Ну, нет. Я практически перестал готовить, то есть я даже завтракаю у себя, ну, потому что, опять-таки, это совмещается с работой. То есть сегодня редкий случай, когда ты стоишь у плиты, прямо так скажем, на кухне. Да, да. Ну, я тебе успеха желаю. Спасибо. В любом случае. Спасибо. Время вышло, последние штрихи, заканчиваем, презентации приступаем. Итак, Олег и Олег, да. Что у вас сегодня, все ли получилось? Получился такой десертный завтрак. Ну, поначалу мне показалось, что я чуть больше яиц положил в тесто, и поэтому мне пришлось добавить немножко муки. Я очень надеюсь, что эта мука сейчас в сырниках не проявится. Олег, у тебя как? Там у меня на самом деле я не успел выдержать вот то, что у меня получилось, мой тартар, поэтому немножко дал жидкость, но вы ее не пейте, когда будете пробовать. Ну, мы не можем за это отвечать. На самом деле, мне кажется, идеально сбалансирован получился сегодня тартар. Я не знаю, как у тебя, у меня тоже бегут слюни. Да, я уже готов взять вилку, но, может, трубочки, да, если говорить, под чулок. Я предлагаю взять все и пойти пробовать. Да, точно. Пикантный тартар «Максимум Лайт» и сырники с добрым утром «Любимое» – блюдо Олега Постникова и Олега Ощепкова. Эти и другие рецепты наших участников вы можете найти на сайте refey.ru. Итак, начинаем с тартара. Начинаем. Сочетание мне нравится. Я вообще любитель вот этой вот азиатской кухни. Мне нравится и имбирь, мне нравятся и вот эти приправы, специи, которые Олег использовал своим блюдам. Мне понравилась сама подача. Может, к десерту? Ну, немного плотная консистенция сырника. Это плохо? Ну, это имеет место быть, пусть будет так. Ну, это вкусно. Угу. Олег, ваш тартар, который вы приготовили из ананаса, помидоров и творога, замечательно. Замечательно использовали продукты. Мне понравилось то сочетание специй, которые вы вводили в своем блюде. Вообще тартар – это дело такое достаточно сложное. Тут надо грамотно подойти к этому процессу. Во-первых, начинается все от нарезки и заканчивается сочетанием этих продуктов. Здесь мне понравилось все. Ваш десерт, Олег, что хочу здесь сказать? Ну, во-первых, если бы все мужчины своим любимым готовили такие завтраки, наверное, наши пары бы точно не распадались. Спасибо. То есть вот это сочетание горячего и холодного, как вы говорите, такой классический вариант исполнения. Помните, как раньше были шоколадные фонданы с мороженым и все такое? Вот эту задумку я вашу понял. А так, добавить чуть соуса, где-то доработать. Вообще идеальный, идеальный вариант десерта, десертного такого блюда. Спасибо, очень вкусно. Несмотря на то, что два ингредиента одинаковых, блюда получились совершенно разные. На вкус мне понравилось оба. Я, конечно, честно признаюсь, билась за Олега Ощепкова, потому что, да, именно та картина, когда мужчина жарит утром сырники, она меня уже изначально умиляет. Вот. Но решение мы все-таки приняли однозначное. Я отдаю свой голос за оригинальность, за необычное сочетание продуктов сегодня на тарелке. Побеждает. Даже, наверное, не побеждает. Получает подарок за оригинальность Олег Постников. Спасибо. Поздравляю вас. А я все-таки настаиваю на сырниках по утрам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Готовьте с удовольствием. И встретимся в нашей очередной программе «Еда как дважды два». Каждый из вас может почувствовать себя участником шоу. Ищите товары, отмеченные специальным ценником «Еда как дважды два» в магазинах «Семья» и создавайте свои кулинарные шедевры.
ты можешь лучше? Докажи! Создай свой кулинарный шедевр с семьей. Ананас одна штука всего 119,90. Творог 500 граммов всего 99,90. Тесто «Уральский пекарь» слоеное 800 граммов всего 75 рублей. Сеть магазинов «Семья» 15 лет с вами.